Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 4-го тура группового раунда отборочного цикла к чемпионату мира 2022 Польша-Албания. Встречаются 4-я и 3-я команды группы I. Польша, например, на своем нынешнем уровне провела первый заход отборочных игр, выиграв у аутсайдера, сыграв в ничью с равной себе командой и проиграв фавориту. Албания взяла 6 очков у более слабых соперников, и теперь, если зацепит незапланированные очки в играх с Польшей и Венгрией, может повторить подвиг Армении и вклиниться в борьбу за вторую путевку на чемпионат мира 2022. В преддверии Евро-2020 Албания скатала нули с уэльсами, проиграла Чехии. Польша неудачно выступила на Евро, взяв только одну ничью, правда, в матче с самым сложным соперником. Поляки очень много сейчас пропускают. В последних 8 играх 14 голов и только в игре с Андоррой отыграли на 0. В рейтинге FIFA Польша идет на 21 месте, Албания на 66. В своей истории соперники встречались 11 раз. У поляков 7 побед при одном поражении. Разница мячей 14-7. Албания и Польша встречались очень давно, в товарняках в 2005 и 2008 годах. Оба матча выиграла Польша по 1-0. Фаворитом здесь хоть и идут хозяева, но Албания приедет за ничьей и поставит тот еще автобус, пробить который хозяевам будет ох как непросто. Если гости отмахаются на ничью в этом матче, а Венгрия проиграет Англии, албанцы сравняются по очкам с венграми и в следующем туре дома будут стараться сделать невозможное, каким-то чудом выиграть у Венгрии и закрепиться на втором месте. Поэтому матч Польши с Албанией будет очень вязким, с небольшим количеством моментов, соответственно, и голов. Если гостям немножко повезет, 0-0 на такую игру вполне реальны. С учетом коэффициентов здесь лучше взять плюсовую фору на гостей, которые вряд ли проиграют с разницей более чем в один мяч. Из связки ставок тотал меньшего безобьют нет победа гостей с форой плюс 1. Самый высокий коэффициент стоит на победу гостей с форой плюс 1 на 1.98. На тотал меньше 1.81. На обе забьют нет 1.68. Вариант с тотал меньше имеет очень хороший коэффициент как для такого матча. Его смело можно брать за основу. Если говорить о реальной ставке с высоким коэффициентом, лучше ничьей здесь сложно что-то придумать более реальное с таким высоким коэффициентом аж 4.25. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.